В регионе похолодает. Уже в субботу, 10 ноября, по прогнозу синоптиков, в Владимирской области ожидается минусовая температура. Днем будет 0 градусов, а ночью минус 7. Кроме того, обещают и снег. В воскресенье днем будет еще морознее, минус 3 градуса, а ночная температура составит минус 9 градусов. Такая погода продлится как минимум до среды следующей недели. А потому жителям региона стоит задуматься о более теплой одежде, а автомобилистам сменить резину.